практикум вернул мое желание начать заново работать, строить компанию по-другому. Такое желание у меня было, когда я только начинал много лет назад. В своей компании я, кроме обязанностей владельца, брал на себя очень много. По-другому на компанию могу смотреть. И реально хочу взять на себя совершенно другие новые функции, а много чего я делаю, я, конечно, отдам. Вы должны прийти, пройти курс обязательно и посмотреть на это совсем иным взглядом. Мое имя Олег, фамилия Квитко, компания M-Parts. Мы занимаемся продажей автозапчастей для автомобилей всего мира, я так называю. Да? Практикум вернул мое желание начать заново работать, строить компанию по-другому. У меня была усталость, когда я пришел, мне уже не хотелось ничего делать. Сейчас у меня появилось новое желание. Мне хочется сделать все самому, все организовать, чтобы все было круто. Такое желание у меня было, когда я только начинал много лет назад. В своей компании я, кроме обязанностей владельца, брал на себя очень много. Хотя сейчас намного меньше, чем было 20 лет назад, когда я начинал. Но я теперь по-другому на компанию могу смотреть. И реально хочу взять на себя совершенно другие новые функции, а много что я делаю, я, конечно, отдам. Естественно, потому что это и на цифрах понятно, и интуитивно, и вообще само собой разумеется. Сейчас я уже могу по-другому распределить все обязанности и даже должности людей. Я уже даже для себя приблизительно понимаю, кого мы можем продвинуть, кого сместить, какие работы распределить по-другому в компании. Мне понравилось предоставление услуги в компании Высоцкий консалтинг. Получил звонок. И мне показалось, да, почему-то хочу прийти. А мне сказали, что курс, я говорю, когда курс? Они говорят, завтра. Я говорю, хорошо, запишите меня. Это вообще странно, потому что люди многие выбирают, оценивают то, что делал я до этого. Здесь я, это не, причем, поверьте мне, это не реклама, это так было реально. Здесь я просто понял, что мне нужно это сделать. Вот сейчас я бы пошел. Даже так скажем, это вообще отдельная история. Я на это смотрю так. Нам это так красиво преподнесли, что желание купить дальнейшие курсы, общаться с этими людьми, вообще участвовать в этом процессе, это самое первое, самое главное, что я получил. Я посмотрел, как это круто сделано. Первый день встреча, материалы, книги, видео, проход по компании, грамотный подход с самого начала, это удивительно. Показали, как можно объединить нас, совершенно чужих людей, в одну единую компанию. Мы к четвертому дню, мы уже вместе, грубо говоря, держимся за руки, идем вперед. И это вообще невероятно. Очень здорово, и мне еще понравилось, когда ты уже все купил, продал. И это не значит, что тебе продали, и на этом все заканчивается. Дело в том, что каждый шаг, каждый день к нам преподносили информацию так же хорошо. И в конце еще была последняя страница, что мне понравилось, там написано, как внедрить в компанию пошаговая инструкция, что нужно с первым сделать. Там даже маленьким черточком было написано, купить такую-то брошюрку, ознакомить сотрудников. Потом даже нам на примере показали, что нужно говорить, какие шаги я записал и как говорить. Это невероятно, правда. От себя хочу сказать, что если вы реально хотите понять, развиваться, смотрите в будущее, не хотите ничего придумывать, или у вас были сомнения, так я это делаю, или можно сделать по-другому, вы должны прийти, пройти курс обязательно и посмотреть на это совсем иным взглядом. Много что у вас структурируется, вы получите подтверждение многим вещам, которые вы делаете, будете идти в ту сторону еще быстрее. На самом деле я буду очень рад, если мой отзыв об этом принесет какую-то пользу людям. Еще это момент, который я вынес буквально за 4 дня. Я никогда не думал о том, что в принципе можно просто говорить, и ты уже приносишь какую-то пользу другому. Можно помочь, просто рассказав. Это не было в схеме. Это я просто понял.